Здравствуйте, господа. Начинаем, как всегда, по пятницам вебинар, посвященный эзотерике. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко. Я начинаю данный вебинар у себя из своего дома, который находится в Киеве. Итак, сегодняшний вебинар, сейчас я его открою, называется у нас «Счастье и свобода. Эзотерические практики по обретению счастья и свободы». Надеюсь, вам будет это интересно. Итак. Придется закрыть нам двери. У нас тут лягушки. И я вижу, как вы начали сразу же реагировать. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Всем добрый вечер. Гитараны Берсовины. Добрый день, есть у меня дар. Если да, то какой? Целительство можете развивать. У вас есть дар целительства. Здравствуйте, Андрей Андреевич, пишет Зилья Джи. Очень ждем. Спасибо большое, что вы есть. Ой, спасибо и вам. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Всем доброго вечера, Андрей Андреевич. Спасибо за вашу нескончаемую доброту и все, что вы для нас делаете. Мира вам. Спасибо. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, имеет ли какое значение на гробки подбирать или брать, кто дает конфеты? Конфеты с кладбища никогда не забирайте. Возможно, они кому-то нравятся, но поверьте, если положено для того, чтобы они кому-то принадлежали, то если они не были положены для вас, то брать их не нужно. Когда ваша дочка выйдет замуж, когда придет время. Вера Кириндясова. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Радости и счастья вам и вашей родине. И вашей родине я вас пам'ятаю, вашего чоловіка и вашу донечку. Всім радості и счастья. Руслан Югас. Андрей Андреевич, напишу просто. Спасибо, что вы есть. Муа, спасибо. И живут все время с уважением. Спасибо. Как нам повезло. Ну, окей. Ну что ж. Алла Малинина. Добрый вечер, дорогой учитель. Рада встрече с вами. Заболела кошка Ирис. Бронхит лечим на вид клиники. Платный шум, мантру для лечения животных, включая выживет. Ну, показывают, выживет. Ирина Кисницкая. Учитель, какой у меня дар? Тоже есть дар и ясновидения, и целительство. Но целительство лучше развивать. Будет получаться, и гадание есть, и все, что вот может вам быть у нагоди, как кажут у нас в Украине. Когда я сегодня писал данный вебинар, то пришла идея такая. Очень много информации есть от меня, и платной, и бесплатной. Также я постоянно пытаюсь посмотреть или просмотреть ту информацию, которая дается в интернете. И очень часто она меня удивляет и иногда даже приводит меня где-то, наверное, к детскому восторгу, так как она часто очень является наивной, не соответствующей действительности и так далее. Ну, вы знаете, когда я развивал и открывал эзотерическую школу, то вот как раз и одной из идей было доказать эффективность данной эзотерики. Именно поэтому на сегодняшний день эзотерика, которую я преподаю, она собирает большое количество людей, и люди с успехом ее используют, ученики школы. Есть очень большие результаты, яркие успехи и так далее. Ну и мне бы хотелось, помимо всего прочего, быть полезным во время проведения вот таких вебинаров, потому что очень часто мне становится все сложнее и сложнее их проводить, так как я человек занятой, и у меня появляется времени все меньше и меньше. И из-за того, что времени появляется меньше, мне бы хотелось быть вот во время таких проведений, наверное, вот таких вебинаров, быть как можно более продуктивным и давать информацию, возможно, которая, благодаря которой вы сможете изменить свою судьбу. Она, иногда эта информация может удивлять, иногда эта информация может казаться смешной какой-нибудь, тем не менее, вы знаете, данная информация базируется на глобальных пластах эзотерической информации. Это калачакра, тантра-йога, это эзотерика Древнего Востока, это эзотерика ислама, это эзотерика, связанная с иудаизмом и так далее. Одним словом, такая сублимированная амрита, собранная и измененная таким образом, чтобы быть предельно понятной и нужной тем людям, которые не имеют на чтение бесконечного количества мантр или на что-либо бесконечное количество времени, ну и денег в том числе. А мне бы, в свою очередь, хотелось быть
Мне бы хотелось, чтобы благодаря тем знаниям, которые я даю, у людей все-таки появлялся и шанс быть счастливыми, радостными. Именно поэтому я и решил сегодня провести вот такой вебинар. Что мешает человеку быть счастливым и можно ли каким-либо образом исправить его судьбу так, чтобы он был счастливым. И здесь, наверное, можно выделить 10 основных пунктов, что же мешает человеку в итоге быть счастливым. Этих пунктов немного, это негативные мысли, эмоции, недостаток самоуважения, социальное окружение, нездоровый образ жизни, финансовые проблемы, невыполнение целей и стрессы, которые возникают на этом фоне, здравоохранение, проблемы, негативное влияние среды, ну и там есть еще такие минимальные, там тщеславие и так далее. И вот я бы сегодня хотел ответить максимально с позиции эзотерики или то, что я думаю, как человеку можно избавляться вот от таких состояний, которые у него возникают. Я буду предельно короток и предельно конструктивен. Итак, негативные мысли и эмоции. Какие бывают негативные мысли и эмоции? Как можно эзотерически с ними справляться? Где они берут? От чего они возникают? Что вообще с нами происходит? Таких эмоций возникает много. Их можно разделить на эмоции, которые управляются при помощи нашего сознания. Эмоции, которые не управляются нашим сознанием. И эзотерически еще есть такое понятие, как подселение и влияние. То есть эзотерически есть такое понятие, как подселение и влияние. Если человек психологически начинает с этим справляться, то есть он начинает себе там внушать, использовать НЛП-техники, использовать методы психокоррекции или сугестии, это внушение. И в случае, если ему это не помогает, это говорит о том, что, видимо, на человека происходит влияние, это влияние извне. И вот об этих, наверное, трех элементах мне бы хотелось сказать. Итак, психологический элемент. Какие три основных или четыре основных, пять основных элементов, которые мешают человеку быть счастливым и почему, или как происходит в человеке, появляются, вернее, негативные состояния, как психического такого толка, которые могут быть контролируемы и которые можно успокаивать как бы самостоятельно. И как это быстро делать в виде щелчка пальца. От чего это происходит, тоже я вам постараюсь сказать. Обычно, когда человек растет, то он в начале своего роста или своего взросления, как сказал Фрейд, он имеет определенный характер или определенный вид характера. Это больше характер, который связан с доминацией, который связан с нарциссизмом. И человек на протяжении своего взросления, это где-то до возраста 21-31 год, такой человек начинает говорить через принцип, что обо мне думают, как ко мне относятся, кто я, там, как я выгляжу, что я хочу, что мне нравится, болит у меня или не болит. И в дальнейшем такой человек начинает переходить в другой формат, это формат социальный, и человек начинает социально думать, то есть он думает приблизительно так, вот они выглядят так, у них есть это, у них получается так, то есть он становится социально зависимым, он становится политическим, он становится тем человеком, для которого уже я не играет особой роли, так как я для него завершенный такой момент, или там понятный, или доступный, самоопределившийся, а элемент восприятия окружающего мира для него является важным. То есть его вопросы, которые связаны там с сексуальным развитием, с развитием там финансовым, они становятся в какой-то момент понятным, и человек переходит на более такой социальный уровень, где он начинает понимать, что вот ему важнее уже не ковыряться в себе, не одеваться там как-то, думать о чем-то, секс и так далее, а быть более социальным, более политичным и так далее. Как воспринимает наше сознание и что происходит в наших чувствах? Когда человек живет по принципу, в котором у него появляется «я», и это «я», его можно назвать центральное эгоистическое «я», восприятие зарождается, то это «я» бесконечно подтверждает что-либо. То есть оно подтверждает или оно говорит, то есть, кто такой человек. И человек для себя, примеряя такое одеяние или такое словосочетание, человек начинает говорить «я являюсь» и дальше произносит «я это» там, и дальше
начинает сам себя создавать или сам себя воспринимать. Я несчастный, я здоровый, я богатый, а у меня есть больше, чем у кого-то. Я больной или я еще кто-то. Что такое в этом случае я? Я условно звучит как «любите меня за то, что…» и дальше «я». То есть, когда человек говорит «я», то он фактически произносит слово «любите меня за то, что я…» То есть, «любите меня за то, что я…» Вот «любите меня за то, что…» — это фактически то, что вмещает в себя слово «я». Это происходит длительное время, и такой эгоизм, он взрастает в человеке. И что происходит в дальнейшем? То есть человек говорит на протяжении жизни: «любите меня за то, что я, допустим, там красивая», потом становится взрослой, и уже тенденция старения не удовлетворяет человека, и у него появляются первые вот такие депрессионные или, можно сказать, элементы разочарования. То есть в детстве я всегда был первый, когда бегал, а потом подрос, и я стал бегать хуже, потому что поправился. То есть это меня разочаровывает, и появляются у человека элементы разочарования. И он начинает думать, что он может реализовать себя в социуме, и начинает говорить: а я богаче, а я имею там ордена Ленина, Дружбы Красного Знамени и так далее. Такие состояния очень часто, в которых человек произносит очень часто «я», рано или поздно могут очень плохо сказаться на его внутреннем психическом состоянии. И моя идея, она заключается в том, что люди, которые чрезвычайно и очень активно якают в своей жизни, то есть «я ордена Ленина, Дружбы Красного Знамени, я несчастная, я счастливая, я плохая, я хорошая, я еще какая-то», эти люди могут очень пострадать в жизни, так как для того, чтобы бесконечно поддерживать свое «я» и то, что вы из себя представляете, то есть я представляю, что я там такая-то, такая-то, или я богатая, или я умная, а потом человек вдруг оказывается в такой ситуации, в которой он там оказывается неумным, небогатым, нездоровым, некрасивым, никому не нужным и так далее. И это все начинает реактивно проявляться в виде… Сюда, малой, поставь. Вот сюда поставь. И это потом в дальнейшем начинает проявляться. То есть там человек начинает разочаровываться. Это первые принципы психических… Сюда. И включи мне лампу тоже. Вот так. Психических таких элементов. Я сейчас чуть-чуть по-другому поставлю. Извините. И чем же можно человеку в таком случае помочь? По моему мнению, человеку можно помочь моей темой, о которой я очень часто говорю. Это тема, когда я говорю: друзья мои, уважаемые господа, как бы вы меня ни воспринимали и как бы вы ни жили, всегда помните, что человека с Богом отделяет только я. То есть в том случае, если человек произносит слова «я», то он отвлекается и отторгается и отдаляется от Бога. Но в случае, если человек говорит «я ни при чем», то он тем самым переходит к состоянию, при котором при чем становится Бог. То есть высшие силы начинают брать ответственность за такого человека в случае, если человек без конца не якает. Именно поэтому я часто говорю: первое, меньше якайте, второе, легче будет, третье, Бог на вас будет обращать внимание. Кому везет, кто меньше якает? Дело в том, что с возрастом одни люди переходят на момент социального восприятия, а другие люди не переходят в момент социального восприятия. Так один человек до старых лет может все время якать: я имени меня, в честь меня, для меня, я мое мне, и я знаю, я могу, я умею и так далее. То есть человек все: а на меня посмотрели, а вот они думают, а они хотят, они влияют и так далее. То есть это до какого-то момента должно быть у человека до возраста 31 год максимально, а после этого оно должно исчезнуть. Но у одних это переключается, а у других не переключается. У тех, у кого это не переключается, это вызывает в дальнейшем у человека состояние панических атак, депрессивных эпизодов и первых психических проблем. То есть человек, который не может переключиться на бесконечный анализ, кто он, за что его можно любить, и бесконечно думает о том, что ему необходимо презентовать что-то, со временем сталкивается с потерей энергии, потерей везения, потерей себя. В этот момент человеку необходима помощь. Какая? Самая простая помощь.
заключается в том, чтобы человек научился жить в настоящем моменте. Но сделать это невозможно. То есть, кого бы вы ни читали, Гурджиева, который говорил о том, что нужно жить в настоящем моменте, это делает человека счастливым. Успенского, который говорил, что только настоящий момент может сделать человека там кем-то. Даже Фрейда, который говорил о том, что настоящий момент является концепцией, при которой подсознание может сделать больше для человека, так как через подсознание в настоящий момент, согласно Фрейду, включается интуиция. Юнга, который говорил о том, что если человек не живет настоящим, то тогда у него будущее может исчезать. Будду, который говорил о причинно-следственной связи, но для которого слово дхарма или святость являлось элементом настоящего момента или настоящим компонентом. Ну и по-другому, для чего человеку жить в случае, если он ныряет либо в прошлое, либо в будущее? Так уж люди устроены, наше сознание слишком активное, возбужденное, бесконечно чего-то желающее, анализирующее или наоборот гнобящее человеческое тело и окружающих людей. Такое сознание, оно хочет быть либо в прошлом, бесконечно вспоминая о прекрасных временах прожитой нашей жизни, либо в бесконечных мечтах, когда мы думаем, что мечты нашей жизни это гораздо важнее, чем та жизнь, в которой мы живем. И тут такой вопрос, а для чего же Бог создал человека? Он создал человека для чего? Для того, чтобы жил человек. А что такое жить? Жить — это значит воспринимать то, что происходит прямо сегодня и сейчас. Но сказать легко. А вот сделать сложно. Именно поэтому я часто говорю такие слова. Для того, чтобы научиться жить настоящим моментом, нужно, первое, проговаривать себе, что же вы видите перед собой. Второе, радоваться или восхищаться, потому что это эзотерическая техника, которая помогает человеку научиться жить настоящим моментом. Это легко, если делать так. Какая стена, ой, какая дверь, ой, какая природа, ой, какие листочки, ой, как здесь красиво. Так вот, как бы вы за что-либо не переживали в вашей жизни, там вам страшно выступать перед публикой, вы боитесь зайти в торговый центр, ну, не знаю, может, такого и не бывает, ну, боитесь там экзамен или боитесь с кем-то общаться и так далее. В это время, по моему мнению, у вас работает первый элемент внутреннего нарциссизма, угнетенный эгоизм. И потому что о вас не так подумают, подумают, что вы не то знаете, подумают, что вы не умный, то есть вы сталкиваетесь я эгоистичным своим. Для того, чтобы его преодолеть, вам необходимо научиться просто удивляться и просто восхищаться. Научитесь удивляться и восхищаться в тот момент, когда вас что-то беспокоит. Вместо того, чтобы бояться, начните говорить «я ни при чем», и после этого начните удивляться. «О, какая красивая стена! О, какие интересные люди!» и так далее. Научившись удивляться, научившись восхищаться, все остальные эмоции перейдут на второй план, и вы будете более социальным человеком. Фух. Второе. Очень часто люди сталкиваются с таким, ну, нужно договорить за им. Про эмоции, да, я все-таки скажу. По моему мнению, существует 5 эмоций, которые бесконечно мешают человеку жить. А первые из них мы сейчас поговорили. Это эгоистичное «я». Какие же еще есть? Их, конечно, очень много, но мне бы хотелось сказать о, наверное, беспокойстве. Почему у человека появляется беспокойство? Как у человека создается страх? Почему мы испытываем депрессию? Что же такое злость и как с ней бороться? Ну и эгоизм, который можно купировать, не произнося слово «я». Наверное, эти вопросы могут быть интересны, и они могут влиять на человека, так как страх может привлечь гнев, зависть есть еще, мы о ней тоже поговорим. Кстати, антидот зависти — это очень простое качество. Смотрите, когда вы видите что-то и завидуете, и вам жутко хотелось бы, чтобы это в вашей жизни произошло, то всегда помните, что убрать это несложно. При помощи обычных слов эти слова звучат так: «Ничего страшного». Дальше пожалели себя мысленно и сказали: «Скоро у меня такое будет». Тогда боязнь и беспокойство и зависть, которая у вас возникает, исчезает. В случае, если зависть возникает у кого-либо другого или у другого человека, кто-то говорит, какие красивые часы, какие красивые носики, глаза, там, я не знаю, туфельки и так далее, там,
колечки, малечки, не знаю, что еще, то необходимо, глядя на этого человека, обычно выражение лица человека, которого испытывает в данный момент зависть, оно видно. И в этот момент человека необходимо поддержать и сказать: ничего страшного, скоро и у тебя такое будет, все нормально. Таким образом зависть исчезает и у человека, и у другого человека. Я часто говорю эти слова людям, и часто говорю это во время своих вот таких вебинаров. Это может быть полезно, потому что очень много людей, которые живут на планете Земля, бесконечно завидуют другим людям. Когда человек завидует, он отталкивает. А когда человек говорит: ничего страшного, у меня скоро такое будет, то в этих словах заключается слово «страшного». Почему? Потому что обычно человек, который завидует, он на самом деле сталкивается со страхом того, что с ним это произойдет. Почему? Ну, потому что у него этого нет, а все новое вызывает страх. Именно поэтому в этом словосочетании используется: ничего страшного, скоро и у тебя это будет. Таким образом, это является уже мотивацией, является задачей или целью. По-другому в эзотерике это имеет слово намерение. То есть это уже является вашим намерением. Ничего страшного, скоро у меня такое будет, является намерением того, что в вашей жизни это 100% наверняка появится. Почему-то вспомнил я сейчас, ладно, сейчас не об этом. Ну и вернемся все-таки к этой теме — беспокойство. Беспокойство вызывает у человека чувство. Чувство беспокойства возникает в тот момент, когда человек считает, что он кому-то что-то должен или чем-то обязан. Обязан хорошо выглядеть, обязан там, что необходимо себе говорить. Я ничего не обязан, я никому ничего не должен. И после этого мне все равно. И я ни при чем. Вообще, самая лучшая медитация, которую человек может проводить в своей жизни, это медитация, когда он может говорить слова: я ни при чем, а они ни при чем. Дело в том, что когда вы будете говорить «я ни при чем» и «они ни при чем», неизвестно и все равно к кому, то вы со временем столкнетесь с тем, что чувства беспокойства у вас возникать не будут. Потому что чувство беспокойства обычно возникает от того, что человек постоянно ищет кого-то виновным. То есть человеку важно гораздо кого обвинить, кого-то найти виновным, чем решать сам вопрос или саму задачу. То есть люди так устроены, они часто начинают обвинять, как будто обвинение кого-либо или поиск правых или виноватых может привести к решению вопроса. А ведь очень часто гораздо важнее найти решение вопроса, чем обвинение кого-либо. Депрессия. Депрессия обычно возникает от того, что человек врет. Он врет себе, врет другим. Помните эти аффирмации, когда человек говорит: я умен, я красив, я богат, я здоров. Ну так это ж ложь. Так подсознание записывает и думает: я умен, я богат, я красив, я здоров. А как же ты красив, если ты некрасив? А как же ты умен, если ты не умен? А как же богат, если ты беден? И вот после этого, читая Луизу Хей, там начинаешь немножко улыбаться, потому что наивность того, что человек произносит, возможно, является самообманом. А ведь самообман является и приводит к депрессии. Фантазии часто приводят к депрессии, когда человек говорит там: я верю, что он меня любит, он обожает меня, он думает обо мне, а он после этого послал. У женщины или у мужчины появляется депрессия от чего? Потому что он столкнулся с тем, что он сам себя обманывал, и появилась депрессия. Каким образом депрессию нужно убирать? Самый легкий способ — говорить себе правду. Вообще для человека важно в какой-то момент сесть и признаться себе, и сказать себе, почему ничего не происходит хорошего в жизни у людей. Потому что люди часто себе врут. Каким образом врут? Ну, напридумывают себе: я умная, красивая, здоровая, мне все любят, мужчины меня хотят и так далее, муж меня любит и так далее. Ну а нужно признаться, просто вот признаться, посмотреть на себя в очередной раз там в телефоне, на фотографии или там где-либо на видео каком-то, и признаться себе, что я уже красивая, но не такая, как была раньше. Что я уже молодая, но не такая, как была я молодой раньше. Что я уже, может быть, не худая, как была раньше. И, возможно, я там уже очень молодым не нравлюсь. И, возможно, мне, как я раньше думала, все молодые хотят и там всех возрастов. Уже только не молодые, не всех возрастов. И вот я, наверное, еще и не богатая, и не умная, и там неаккуратная, и еще какая-то, и несчастная. Так вот, человек должен сесть и сказать себе: кто же вы на самом деле? И поплакать, сказать: да, я действительно там старая, никому не нужная, вредная тетя Мотя. Или там: я старый, вонючий дядя Бадя.
Все моти сейчас на меня обиделись, и бади тоже. Сори. Зачем это необходимо делать? Сказать себе, да, я действительно такая-такая-то, да. До этого момента именно так и было. Все, я это принимаю. Теперь буду жить по-другому. И буду радоваться от того, что у меня есть. Вот это является ключевым элементом отпускания прошлых программ и появления новых программ. Это даже в НЛП есть такое название. Как же это называется? Или не... У Александера было такого, у психолога. Он говорил, что это актуализация собственного эго. Актуализация собственного я, как-то так. И вот таким образом человек, который может сказать себе, да, действительно, да, вот я вот такая-то, такая-то, то тогда он начинает понимать, что ему нужно делать. Потому что до момента, пока вы верите, что вы молоды, вы не заметите, как вы будете дальше стареть. Но в тот момент, когда вы сможете сказать себе, я постарела, это вопрос, который в дальнейшем можно решать. То есть изменять диету, смотреть на себя и так далее. Я так долго, простите, конечно, это буду говорить, я так долго не мог поверить, что я толстый. Я так долго не мог поверить, что я толстый, и мне все время казалось, что я там молодой, стройный, хороший, уже наклоняться не мог. И не мог завязывать шнурки, такой толстый был. И это до момента, и если мне кто-то говорил, говорил, да, у тебя нет вкуса просто, я сам себе нравлюсь. Можно ли говорить, кто-то был в этом виновен? Нет, прежде всего я был виновен, потому что мне нравилось есть. Мне нравилось есть, мне нравилось вести такой вот пассивный образ жизни. Целый день работаешь, вечером покушал. И никакого физического, никаких физических нагрузок. Но близкие помогали мне в этом, потому что моя жена, она меня безумно любит в любом виде. Там, худой я или, не худ, или полный, там, вот просто любит меня как ребенка. И из-за этого или благодаря этому вот, я не видел в этом проблемы. А потом в какой-то момент... Когда уже появилась гипертония, отечности, какие-то заболевания, стало понятным, что нужно себе признаться. И в этот момент я себе признался, да, ты толстый, нужно что-то с этим делать. И после этого появился план, я каюсь, что я толстый, теперь я буду стремиться к тому, чтобы изменить это. Но в это нужно было поверить, к этому нужно было прийти, это было очень сложно сделать в моей жизни. Прям очень сложно. И когда я поверил, когда я сам себе сказал, да, действительно, такая проблема существует, да, то это, не, это решает проблему, когда мы верим в это. А если бы я говорил, я худой, но это не решало проблему, понимаете? Но не решало. То есть если я буду говорить, я богатый, это не решает проблему моей бедности. Если я буду говорить, я... худой, худой, но не решает проблему моего избыточного веса. И сказать правду, это избавиться от депрессии. Вообще, есть концепция, она эзотерическая, и я ее даю как философию своей школы. Обычно говорю эти слова. Люди, не врите просто так. Не врите просто так, не давайте обещаний просто так. Я как эзотерик утверждаю, что обещания, которые человек дает просто так, и ложь, которую человек дает просто так, обычно люди приукрашивают или делают красочнее. Это рано или поздно приводит к депрессиям, внезапно появляющимся. Не врите. Не врите, и не будет депрессий. Вот говорю вам серьезно. Не приукрашайте, не врите. Лучше промолчите. Это очень большое, ну это прямо очень хорошее... очень дельный и прямо великолепный, хороший совет. Хотите избавиться от депрессии, не якайте и не врите, и не приукрашивайте, что у меня, да я, да ордена Ленина, дружбы Красного Знамени, у меня там еще то-то, то-то, а я вот это, не врите, депрессии не будет, будет жизнь лучше. Дальше, что у нас там, страхи. Когда вы боитесь стоматолога, то обычно сидите и дрожите, или гинеколога. Но что делает человек? Когда человек боится, он должен двигаться, потому что страх обычно это адреналин, а адреналин начинает усваиваться в том случае, если есть физическое движение. Почему? Назначение адреналина, который вызывает страх, то есть появляется кортизол, появляется адреналин, сначала адреналин, после этого кортизол, и после этого норадреналин, и они должны работать в паре. Каким образом? Норадреналин помогает мозгам сконцентрироваться,
а адреналин мышцам сжаться. И именно поэтому для человека и большое количество кислорода должно перерабатываться в углекислый газ. Именно поэтому в случае, если вы чего-то боитесь, начните приседать, ходить, быстро дышать. Вот так. Это очень помогает. Второе, психологический момент. Смотрите, Бог создал человека. Бог создал человека, Бог создал судьбу человеку таким образом, чтобы человек прожил от начала до конца. Хочет человек, он все равно эту жизнь проживет от начала до конца. Тогда какая идея? Послушайте, переложите страх свой на плечи Богу. Скажите, если суждено, то все в его руках. А если не суждено, то большое ему спасибо. И после этого скажите, я верю в Бога, поэтому я не боюсь. И вас отпустят. Это тоже проверено. Так, злость. Злость обычно происходит, если человека кто-либо раздражает. То есть, если человека кто-либо раздражает, то человек начинает злиться. Есть ряд таких элементов, антидотов злости. Один из них — нежность. Второй антидот — это прикосновение к человеку, на которого ты раздражаешься. Третий — мысленное произношение или даже мысленное движение руками или ногами, там, или там, чавканье и так далее, того, что делает человек. Но в этом случае нежность и проявление доброты, проявление нежности является ключевым и самым гуманным антидотом в комплексе борьбы со своей злостью. Доброта побеждает злость, злость купирует доброту. А доброта проявляется максимально в случае, если человек проявляет свою бесконечную нежность, добросердечность. Таким образом можно справиться со своими состояниями злости. Ну и второй компонент такой, который возникает у человека, это неконтролируемые состояния. То есть человек говорит, что да, я злюсь, но я пробую быть нежным по отношению к этому человеку, а у меня ничего не получается. Убил бы этого человека. Так, ненавижу, собаки там, это начинается. И это уже называются элементы, которые не контролируются. По-другому называются они подселениями. Такие подселения в эзотерике, в, допустим, психологии, в нейролингвистической психологии, в обычной психологии, они называются паттернами и находятся, как правило, или говорят о том, что они находятся или записаны как реакции нашего подсознания на какие-либо предварительно созданные реакции и так далее. И как же можно с этим справляться? Я считаю, что это не с подсознанием связано, я считаю, что это связано с какими-то внутренними компонентами, которые находятся в человеке. Почему я это говорю? Дело в том, что я пробовал в свое время фотографировать людей, у которых есть психические заболевания, на определенную камеру, и видеть на фоне такой камеры между человеком или за человеком в зеркале или в зеркальном отражении определенные элементы, которые были похожи, как ни странно, на медузы, которые имели разный цвет. Так, если у человека была тоска, депрессия, его кто-то бросал, то медузы были более зеленого цвета, находились на уровне солнечного сплетения и нижней части диафрагмы. В случае, если у человека была сексуальная одержимость, и от этого возникали нервные такие состояния, как панические атаки с неприятными ощущениями сжимания в животе или холода, то у человека появлялись такие более багрово-фиолетовые, буряковые медузы, просто прозрачные медузы. У людей, которые выпивали, у них был делирий на фоне приема алкоголя, на таких снимках появлялись некие медузы, которые в виде таких мутных капель находились прямо поверх тела человека. То есть, ну и это повторялось, когда одних и других людей фотографировал и так далее. В свое время хотел с этого написать какую-то работу, но когда начал общаться на эту тему, это вызвало кучу насмешек и сказали, что это совершенно не принципиально и к этой информации нельзя так подходить, потому что она совершенно не нужна, и что с ней потом делать и так далее. Тем не менее, мне эта информация была интересна, я до сих пор это разбираю и понимаю, что из этого может в дальнейшем создастся какой-нибудь вывод.
Ну, не об этом сейчас. Итак, о чем я говорю? Смотрите, в случае, если у человека появляются негативные состояния, они у него появляются, как правило, на уровне груди. Дело в том, что человек устроен по принципу своей души, а душа находится у него в груди. Почему душа находится в груди? Где находится дух человека и как это все связано с телом? Мы очень часто слышим слова «дух», «тело», «душа», но... как бы конкретно никто не объясняет, и я вот сейчас сделаю попытку объяснить, что же это такое. Наш дух — это наше сознание. Наш дух — это то, когда мы думаем, когда мы можем управлять рукой и так далее. Когда мы теряем дух? Мы теряем дух, когда мы умираем, наш дух теряется. Почему дух и душа отличаются друг от друга? Это связано с... и как это можно доказать? Условно это можно доказать следующим образом. Когда человек поругался или на кого-то покричал очень сильно, то после этого говорит: ну я же не отношусь к этому человеку плохо, как же я мог это сделать вообще, почему так произошло? То есть можно сказать, что в сознании человека находится одно управляющее, один управляющий компонент, а в тот момент, когда, как в чувствах, находится совершенно иной управляющий компонент. То есть можно условно сказать, что наше сознание, оно иногда отличается от наших чувств. Знаете, как часто бывает, что женщину обманывает, женщину обижают и так далее, а она не может прекратить этого человека любить, то есть ее привязанность такая нереальная и там тяжелейшая, она мешает этому человеку жить, она умом понимает, что да, нельзя, обманул, сволочь, негодяй, но стоит ему щелкнуть пальцем, как эта женщина готова все бросить, как в этой книге Достоевского «Униженные, оскорбленные», да. Именно так все устроено. То есть наша душа — это больше центр управления нашим, наверное, телом и сознанием и нашим духом. И это связано с нашими чувствами, которые очень часто мы объяснить не можем. То есть они у нас возникают, и мы не можем не контролировать, ничего с ними сделать. То есть эти чувства очень влияют на нас. То есть эти чувства, каждая мать может сказать, что такие чувства внезапно возникают к детям. Объяснить их как-то невозможно. Там, к людям, к чему-либо. То есть это чувства нашей души. И тело, ну с ним все понятно. Почему сознание напрямую не движется к Богу? Дело в том, что Бог — это бестелесное существо, гипотетически. Бестелесное существо, которое ни в чем не нуждается. То есть оно было всегда, живет и будет жить. А люди, обремененные своим телом, телесами, они рождены, после этого в телесах прожили, и после этого телесы их умерли. Но если существо, которое является божественным существом, является нетелесным существом, то как оно может воспринимать человека? Оно может воспринимать его и дальше. Объяснение создания сознания у человека в человеческом организме гипотетически можно объяснить тем, что путем повреждения коры головного мозга или путем повреждения частей мозга у человека исчезает восприятие мира. То есть он начинает забывать, ничего не может вспомнить, у него происходит нарушение психической деятельности и так далее. Все это знают прекрасно. Таким образом, можно условно сказать, что центром нашего созидающего сознания является кора больших полушарий нашего мозга, которыми мы, в общем-то, управляем нашим сознанием и так далее. То есть, условно можно сказать, наше сознание, оно находится в мозгах. Но сказать, где же находятся чувства? Но почему-то, когда нам плохо и мы плачем, то чувства находятся у нас в груди. Нам сжимает в груди, у нас теплеет в груди, когда дети рождаются. Мы что-то ощущаем, и это точно не в нашей голове. Но если как физиолог разобрать человека и сказать, что я точно знаю, что в мозгах находится у человека, в мозгах находится у человека его сознание, то чувства, которые возникают у него в груди, нет там управляющего элемента. Сердце — это просто мышечная ткань перикарда, а легкие — это просто орган, в котором происходит анаэробный метаболизм и так далее. Почему мы там чувствуем? От чего так возникло, что чувствуем?
самые приятные, невероятные, самые яркие чувства возникают у нас в груди. А это связано с тем, что в груди находится наша душа. Так считают в эзотерической литературе. То есть взять любую религиозную литературу, эзотерическую литературу, везде говорится о том, что душа находится в груди у человека. И такая душа, она не контролируется нашим сознанием. То есть мы не можем заставить себя чувствовать любовь, мы можем ее только чувствовать. То есть как бы мы себя ни обманывали, наши чувства все равно управляют нашим сознанием, у нас все равно эти чувства возникают, нельзя это назвать химией. Почему так устроено? Одно из самых ярких открытий, которые существуют в эзотерике, заключается в том, что человек создает свою жизнь не при помощи своего сознания, а при помощи своих чувств. Он создает свою жизнь и свое будущее, испытывая определенные чувства. Чувства, они более связаны с импульсами, электромагнитными импульсами, чем наше сознание. Наше сознание, оно внутри тела находится. Оно находится и создается за счет дендритов, аксонов, синапсов, нейронов и активности и так далее. То есть за счет этого, за счет нуклеуса кумбенс создаются впечатления или создаются у нас состояние радости, за счет окситоцина возникают состояния привязанности. Но чувство — это другое. Чувство, независимо ни от чего, человек либо испытывает, либо не испытывает. Там, где есть чувство, там есть наша душа. Наша душа связана с Богом, и Бог, по моему мнению, создал человека, чтобы человек испытывал чувства. Чем больше радостных чувств жизни, тем счастливее жизнь. Чем меньше радостных чувств, тем хуже жизнь. А если нет никаких чувств, то жизнь останавливается и ничего в жизни не происходит. Именно поэтому я часто говорю: чувствуйте, старайтесь чувствовать и старайтесь чувствовать так, чтобы вам нравилось. Поэтому чем больше чувств, а человек чувственно растет. Об этом говорят работы многих психологов, таких как Александер, таких как Юнг, современных, таких как Джон Леонард, которые говорили об чувственном интеллекте. Многие богатые люди, которые достигли огромных просто таких достижений и высот, они очень часто говорят о чувственном интеллекте. Они говорят о том, что человек должен чувствовать, человеку должно нравиться, человек живет вот таким образом. То есть не то, что я умен, я богат, я красив, я здоров, у меня все будет. Это же ложь. А вот научиться чувствовать, вырастить в себе возможности расширить это чувство путем воспитания своего сознания, то есть изучая искусство, изучая культуру, изучая музыку, изучая мир, изучая оттенки, человек может, изучая восприятие, изучая, увеличивая чувства, человек может увеличивать свой чувственный интеллект. Так обычно вот все и происходит в нашей жизни. И тут такой вопрос, кстати, я не договорил, и мне бы хотелось все-таки договорить. А что же делать, если там в нас что-то подселяется, есть где-то медузы? Это необходимо воспринимать как медузы. Помните, я рассказывал практику. Если вы чувствуете где-либо в своем теле ощущение, будто вас там сжимает, неприятно что-то, поставьте указательный палец правой руки перед собой, не смотрите на палец, обведите то место, где вы испытываете плохое чувство, и левой рукой выбросьте, не смотрите на руку, представив, будто там вы держите медузу. Потрясите и бросьте. И второй вариант. Если вам плохо, и вы это ощущаете в груди, в животе, в голове, где-либо, представьте там скомканную фольгу и ее расширьте. Есть второй вариант, когда вы чувствуете, что что-то из внешнего мира раздражает вас, беспокоит, то представьте, будто это отражается на зеркале, и разверните это зеркало в другую сторону. Так, чтобы с одной стороны было зеркало белого цвета, в котором отражается, а вы разверните и представьте, будто отражается теперь в желтом зеркале. И первый, и второй, и третий метод легко помогает. Есть еще четвертый метод, когда у человека появляются мысли, и он начинает чувствовать в своей голове чужой голос, который не соответствует его голосу. Он в этот момент может его прогнать. Просто мысленно сосредоточиться на этом голосе и сказать: стоп, я не знаю, кто это такой здесь разговаривает, но кто бы ты ни была, пошло от меня, или выйди из меня, и пошло ты, и дальше
матом. Таким образом, человек может это из себя выталкивать. Таким образом, почему? Неуважение к тому, что происходит внутри вас, а я имею в виду чувства и другого голоса, который вызывает у вас страдания, вы в какой-то момент начинаете думать, что это страдание, оно принадлежит вам, оно навязано теми голосами или тем голосом, который находится в вас, и вы думаете, что это часть вас. Не верьте, просто возьмите и выгоните из себя. Скажите, ты мне не нужно, ты не являешься моей частью, пошло из меня в собор Парижской Богоматери. Почему у человека возникает состояние, при котором... Почему, первое, почему человек молится? И почему человек складывает руки перед собой вот таким образом? Знаете, где бы вы ни находились, в какой бы религии вы ни находились, то есть зороастризм, сикхизм, иудаизм, индуизм, далее, шиваизм, тантризм, кришнаизм, далее... Христианство, католицизм, православное христианство, копты. Кто угодно складывает руки перед собой. Что это обозначает? Недавно одна девочка попалась мне в интернете, и эта девочка говорит буквально: «Я сейчас помогу вам за 200 рублей открыть дороги. Каждому открою дороги, эти дороги откроются и так далее». Но скажите, когда вы просите что-либо у Бога, куда вы поднимаете голову? Говорю вам, как в Одессе у нас говорят, когда молишься, голова вверх поднимается. Почему? Ну, люди как бы интуитивно думают, что все находится на небесах. Понимаете? Именно так дороги открываются. Почему? Дело в том, что еще раз хочу сказать, чувство управляет этим миром. Тогда, когда человек ставит руки возле груди у себя, он таким образом берет чувство левой части тела, которое хочет все время брать, и правой части тела, которое хочет все время давать. И такую ниточку пускает в небо. Видите, такую ниточку пускает в небо. Поэтому, когда человек говорит, ой, скоро у меня будет много денег, ага, как мне нравится, ой, скоро пусть у меня будет много денег, ага, вот это и есть здоров. Ой, скоро пусть возьмут меня на работу, ой, пусть возьмут меня на работу. Ой, я не хочу, я уже работаю на себя, мне это не надо. Вот это правильно. Вот это правильно, правильно. А там давайте там, ой, помоги, спаси меня, помоги, спаси. Ну, поможет и спасет вас, но потом, когда вы умрете. А сейчас что вам помогать и спасать? Умрете и спасет, а сейчас живите. Так вот, почему у человека появляются одни и те же неприятности в жизни? Почему происходят одни и те же события? Почему человек вновь и вновь попадает во что-то? Вся система жизни человека устроена по принципу его отталкивания. Вот смотрите, там сын алкоголик, сволочь, какашка, я его отталкиваю. Или там все мужчины меня бросают, уроды, дебилы. То есть вы, получается, если жизнь это некий элемент, в котором вы находитесь в одной точке, то есть условно можно нарисовать жизнь от начала и до конца, соединенной между собой, а получается круг, то человек на этом кругу в виде маленькой точки, проходящей каждый следующий момент его жизни. То есть его жизнь условно, она проходит через него. То есть каждый день и каждое событие проходит и уходит куда-то назад этого круга. То есть почему это круг? Потому что момент появления человека в физическом теле с появлением его души в физическом теле и зарождением духа, и момент умершления этого человека или умирания с потерей его духа и выхода его души является одной и той же точкой, просто связанной его физическим телом, потому что для божественного времени как такового не существует. В этом моменте всем получается, что у человека есть... условно жизнь человека можно назвать замкнутым кругом, если замкнуть прямую полосу между жизнью и смертью и принять во внимание, что жизнь и смерть являются в пространственном эквиваленте одной и той же точкой, то наш отрезок благополучно становится кругом. Так человек начинает двигаться по этому кругу, но мы-то не двигаемся,
а двигается сама жизнь через нас. То есть вот мы живем, а каждая секунда, каждая миллисекунда, она проходит сквозь нас. Мы видим, и оно исчезает, мы видим, что человек пришел, ушел, там информацию получили, уже ее нет. То есть этого времени сквозь нас течет. То есть оно течет, круг этот через нас идет. Вечный круг. Вечный круг. И в этом вечном круге мы можем либо оттолкнуть от себя, говорить: нет, не хочу, нет, не хочу, нет, не хочу, либо наоборот сказать: хорошо, мне это уже не интересно. Так и получается с нами события. Обычно происходит так: сын алкоголик, какашка, урод, дебил, шпана, сволочь, ненавижу, почему, сколько можно? Оттолкнули это, но вы же оттолкнули в будущее. Вновь оно происходит с вами. А что нужно сделать? Нужно сказать: да, действительно, сын алкоголик, ну и что? Меня это больше не интересует. Я это отпускаю, переступаю, перелетаю. Фуф, бывает и такое. Ага-ха-ха-ха. Вот только такой способ может помочь вам сделать так, чтобы вы перешли эту ситуацию. До момента, пока вы начинаете, как мы останавливаем ситуацию, мы начинаем анализировать. Это бы не произошло, если бы было вот так, а эти виноваты, а вот так еще вот так, а вот так еще. Надо сказать: меня это уже не интересует. Конец. Ха-ха-ха, все, мне не интересно. Вот если так относиться к этому, то тогда это больше в жизни не повторяется. До момента, пока человек бесконечно борется, бесконечно сражается, решения вопроса у него не будет. Будет вновь и вновь это получаться, вновь и вновь будет происходить. Ну, хотите признаться, там, он меня бросил, почему? Ну, видимо, я там, а вы при чем? А вы при чем? В его глазах вас не было, в его ушах вас не было, в его чувствах вас не было, нигде уже вас не было. А что там было? Что угодно, кроме вас. В чем же вы виноваты? Так ни в чем. Вы ни при чем. А человек говорит: о, я вот это не сделала, там не махнула, там не моргнула, там еще что-то не... При чем тут вы вообще? У него, может, гормоны, он уже созрел к тому, чтобы у него... Там, может, у него последний всплеск гормонов. Ничего, на гармонице вернется. Ну, сказать, и такое бывает. Не пошел... Не ушел, а пошел. Ну, неважно. И так я отпускаю. Ага, пусть будет счастливый без меня. Если вот так человек отпускает, то новое появляется. Дридрич, как быстро выйти замуж. Ах, быстро выйти замуж. Берете портрет какой-нибудь красивого мужчину. Но желательно, чтобы этот мужчина был не настоящий. Сейчас это возможно делать. Не настоящий мужчина — это мужчина, которого можно создать в виде искусственного интеллекта. Напишите портрет красивого мужчины, и вам искусственный интеллект сделает портрет красивого мужчины. После этого вложите этот портрет в какую-нибудь рамку красивую и напишите год, когда вы хотите выйти замуж. На следующий год пишите 2023, пишите 24, но без точных дат. Каждый день, глядя на такого человека, ставьте вот так вот плюсики и говорите: в левом глазу я у тебя, в правом глазу и в сердце. И после этого рядом с ним каждый день во время такого обряда воскуривайте ароматическое благовоние. Недостаток самоуважения, низкая самооценка, уверенности в себе и недоверие к своим способностям могут мешать достижению счастья. Я всегда говорю, что человек должен говорить, что человек должен знать, что существует три элемента, делающие человека успешным. Один элемент называется «я работаю», второй элемент называется «я отдыхаю». И третий элемент называется «я обучаюсь». И человек должен свою жизнь вот таким образом устроить. Он должен стараться максимально работать, и если не получается, максимально отдыхать, а если не получается, максимально обучаться. А как мы живем? Смотрите. Мы, допустим, сейчас связаны с информацией, которая есть вокруг нас. Мы, допустим, поработали, у нас там 6 часов работы. Потом мы дома обслужили там близких и так далее. После этого
этого мы не отдыхаем. Потому что отдыхать — это когда человек может лечь, ни о чем не думать, может ничего не смотреть и не напрягать свои мозги. То есть человек может, просто отдыхая, смотреть на поплавок, или отдыхая, смотреть на луну, или отдыхая, смотреть на деревья, слушать музыку. Это называется отдых. Нужно вспомнить, что такое отдыхать. Потому что многие люди связаны сейчас с тем, что они считают, что отдых — это использование социальных сетей. То есть человек считает, что он во время отдыха должен бесконечно листать информацию и так далее. Такая информация, она не очень хороша для человека. Дело в том, что такая информация, понятно, почему человеку хочется, мы попадаемся на удочку нашего информационного голода. Нам все время хочется дополнительной информации, мы все время ищем какую-то информацию. Почему? Ну, мы так устроены. Нам лишней информации не бывает. И такая информация зачастую, она первая — противоречивая, вторая — бездоказательная, третья — короткая, и четвертая — засоряющая. Что происходит с человеком? Очень многие люди рано или поздно столкнутся с проблемой, которая связана с тем, что называется истощение сознания. Когда человек получает большое количество информации, то это похоже на стол большой, и вы голодный человек. Голодный человек, сидя за большим столом, и лежит огромное количество разных продуктов питания, но они все между собой не связаны. То есть это сырое мясо, вареное мясо, жареное мясо, там, свинина, баранина, говядина, куриное мясо, там, котлеты, печень, органы и так далее. Там, салаты, сладости и так далее. Редкие растения, горькие там какие-либо и так далее. Алкоголь разный и так далее. И вот человек, когда голодный, он подходит к этому столу и без разбора, как Робин Бобин Барабек, начинает есть все подряд. То есть он ест сливы, заедает это мясом, выпивает молоко, после этого доедает там пирожным и так далее. И это делает 3,5-5 часов. Он это делает вновь и вновь, вновь и вновь. Что происходит с ним? У него появляется несварение. Несварение что разрушает? Несварение разрушает у человека желудочно-кишечный тракт. То есть разрушается у человека поджелудочная железа, разрушается желудок, приходит в негодность, скорее всего, печень, там появляется почечная недостаточность и так далее. То есть это однозначно приводит к органическим поражениям внутренних органов. А в случае, если человек информацию получает, что отвечает за информационное накопление? У нас есть определенные ресурсы нашего сознания, которые могут получать информацию, даже получая эту информацию даже вот таким образом, даже секундно. Это все переполняет нашу память ПЗУ, влияет у нас в дальнейшем на гипофиз, гипоталамус, тимус, влияет на нуклеус акумбенс, влияет на гормоны, на окситоцин, влияет в итоге на даже деятельности щитовидной железы, катехоламины, влияет адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин и так далее. И это в дальнейшем приводит нас к тому, если мы продолжим в дальнейшем брать информацию, которая чрезвычайно коротка, и мы ее получаем за чрезвычайно короткий промежуток времени, то через очень-очень короткое время, я так думаю, что это время будет такое, там, если каждый день по 5 часов, то я думаю, это 7-8 лет, после которого будут неизбежно появляться редкие заболевания, которые, по моему мнению, будут похожи на реактивные, быстро проистекающие депрессивные эпизоды, которые будут сопровождаться тяжелейшими тревожными состояниями, и человека вывести из этого путем работы с его гормонами будет, ну, невозможно. То есть я думаю, что со временем, из-за того, что сейчас возникла данная система, и мы ныряем в нее и безразборно получаем в большом количестве кратковременную информацию, в дальнейшем приведет к появлению тяжелейших психиатрических, к радости, наверное, многих психиатров и к нерадости многих людей, до сих пор неизвестных психиатрических заболеваний. Но это, скорее всего, однозначно произойдет. Мой вам совет. Хотите обучаться — берите и выбирайте информацию, делайте так. Информация, где вы обучаетесь, она должна быть больше, чем та информация, которая вас развлекает. Делайте выбор.
Чернявская, кстати, говорит о том, что самое важное для человека — это читать. И там объясняет она, почему чтение очень хорошо влияет, позитивно и так далее. Очень-очень рекомендую ее посмотреть. Татьяна Чернявская, Татьяна Александровна, по-моему. Так, такую большую тему выбрал, а что-то не задалось. Добрый вечер, Андрей. Скажите, вылечусь я от экземы или придется ехать в город? В город придется. Вы даете людям свет в конце туннеля. Не надо конец туннеля. Здравствуйте, Андрей Ильич. Можно ли на руке набить тату всевидящее око? Зачем? Зачем вам всевидящее око на руке? Ну, можно, конечно. Но глаз должен быть там, где глаза. Кстати, раз мы уже за глаза говорили, огромное спасибо за этот вопрос. Я приглашаю вас поучаствовать в завтрашнем Сангая. Что такое Сангая? Это собрание людей, объединенных одной целью. Наша цель завтрашнего собрания людей, которые объединены целью развить в себе ясновидение, будет посвящено развитию ясновидения. Именно поэтому прямо сегодня вы можете перейти на мой сайт Дуйко, это моя фамилия, и гуру. Дуйко.гуру. Или набрать Андрей Дуйко в Google. И он вам сразу же выдаст мой сайт, или набрать сайт Дуйко, и сразу же появится сайт эзотерической школы Кайлас. Переходите туда и смотрите новинки нашей школы. И первой новинкой будет завтрашний Сангая. Я приглашаю вас принять участие, и где я дам около 50 простейших методов. Они называются ментальные методы открытия третьего глаза. Интересные методы. Очень рабочие, эффективно работающие и так далее. А всевидящее око, пожалуйста, что дает глаз, нанесенный где-либо? Наносите глаз на руку, рука будет сильной, потому что там, где есть изображение руки, там всегда появляется сила. Если представлять у себя в голове глаз, то ум улучшится. Если представлять в груди глаз, то улучшится чувство. Если в животе, то здоровье. А откроет ли это третий глаз? Никогда. Никогда. Почему? Ну так не так открывается. Підскажіть, на чому більше сконцентруватись в езотериці? Дякую, учениця п'ятої ступені. У вас целительство будет получаться. Мар'ян Мантакенян. Андрей Андреевич, самый хороший гуру в мире, обожаю вас, всегда про вас рассказываю всем. Много армян хотят вас пригласить в Армению. Нет, я не поеду. Мне нравится Украина, я ее дуже люблю, мне подобається ця... Це моя батьківщина. Я її люблю, я хочу тут жити, я хочу знаходитись. В нас є гімн такий, перейду на русский, у нас є гімн такий, і там поється о том, що нам всім улыбнется доля. Понимаете? А что такое трезубец в Украине? Это первая буква В, потом идет О, потом Л над буквой О и в конце Я. И получается, если их сложить воля, то соединяется в виде трезубца. А воля — это народ, сплоченный между собой, имеющий одно общее желание. Какое желание у украинцев? У украинцев, которые являются разными людьми, разных национальностей, объединенных одной задачей. Это же задача быть вольными. Потому что с испокон века украинцы борются ни за что другое, как за волю. То есть не хотели подчиняться ни коммунистам, ни Советскому Союзу, там, никому. Но если латышам и литовцам дали возможность эстонцам вырваться из этого ужаса, то Украину до сих пор за ногу держат. А там рассказывать обо мне тоже не особо нужно. Объясню почему. Дело в том, что вы совершаете большие ошибки. Они связаны с тем, что вы, когда, допустим, рассказываете обо мне своим детям, то это выглядит, как будто вы навязываете секту. Мне это не надо, потому что это разрушает отношения между вами и вашими детьми. Одна женщина сказала: Андрей Андреевич, я вот шум хотела подарить ребенку, он мне послал в попу. Ну так зачем вы навязываете? Пусть человек сам к этому придет, сам разберется. Я понимаю, что вы знаете, что это может быть эффективно, и ему нужно и так далее. Но зачем вы это делаете?
Наоборот, вот смотрите, вы муж и жена, и вы занимаетесь эзотерикой, и муж там говорит, нет, я не хочу, смотришь на этого человека, начинает ревновать и так далее. Что вам нужно сделать? Первое, бросьте эзотерику. Почему? Семья это важнее. Семья вообще самое важное, что есть у человека на земле. Берегите семью, лелейте семью, любите семью, создавайте семью, думайте о семье. Это даст и силы, и внутренние чувства. Один человек чувствует маля-маля, а человек, у которого семья, там много чувств, детки растут, близкие счастливые, покупку какую-то сделали, поездку, куча радости, ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Большое-большое счастье. Как сказал воробей, который залетел в хобот, как сказал слон, которому в хобот залетел муравей, вечный кайф. Мой сын делает так, ай. Он не разделяет моих идей. Что будет с живым человеком, которому поставили свечки за упокой? Есть подозрение, что жена моего брата делала мне это. В случае, если человеку ставят свечки за упокой, то у него начинают мерзнуть ноги. И первое, что происходит, теряется бизнес. Каким образом необходимо убрать это или убрать свечки за упокой? Необходимо прийти к Пантелеймону-целителю так, чтобы его икона была с левой стороны от входа в церковь. И возле этой иконы Пантелеймона-целителя сказать, все, что забрали, откупаю. И после этого взять сумму, равную 10, и раздать нищим. Какой у меня дар? Хороший. Красивой быть. Можно ли на руке набить тату всевидящее око? А, еще раз, я понял. Здравствуйте, Андрей, сильно хочу, подскажите, создам ли я семью с человеком, который сейчас... Конечно, конечно, все хорошо будет. Артур Вилсон. Прохожу с НГА-1, супер, обновленный, прошла денежный марафон 2 года назад, когда начнутся у меня продажи в интернете, магазин, много времени и денег ушло. Смотрите, есть такой семинар у меня, называется «Доктрина бизнеса», а также вот я часто говорю на своих вебинарах такие слова. Я говорю о том, что человек, который хочет зарабатывать в интернете, это человек, который выбирает для себя один из самых сложных путей. Допустим, человек, когда говорит, что у меня интернет-магазин, он должен знать, что интернет-магазин продвигается за счет того, что есть индекс цитируемости этого сайта, ключевые слова, этот магазин все время кто-то раскручивает, там теги правильно поставлены. Вы имеете группу, в ТикТоке записываете видео, в Ютубе записываете видео. То есть вы постоянно, ежедневно делаете кучу работы над тем, для того, чтобы ваш интернет-магазин продавал. Но есть люди, которые делают так. Они открывают интернет-магазин, ставят туда товар и конец. И думают, что оно будет продавать. Но не будет. Не будет. Так уж все устроено. Для того, чтобы машина ехала, бензин нужен. Поэтому интернет-магазин, он должен работать так. Вы открываете интернет-магазин, при этом делаете еще в Instagram страницу, Facebook страницу, делаете в Telegram страницу, после этого снимаете видео, где рассказываете о своей продукции, после этого перенаправляете в Telegram страницу, где ведете этих людей, из Facebook группы перенаправляете людей, работаете, каждый день обновляете, пишете статьи. Можете это делать через GPT-чат, там, делайте так, чтобы интересно это было людям, а то купи, это неинтересно, чтобы была какая-то дополнительная информация, чтобы были люди, которым отвечают, чтобы были люди, которые заинтересованы купить, чтобы была эмоция какая-то, потому что если раньше спрос порождал предложение, то сейчас уже эмоция порождает спрос. А так, ну, интернет-магазин, я знаю миллион интернет-магазинов, я могу сам сделать на протяжении дня 10 интернет-магазинов на разные темы и опубликовать их. Но поверьте мне, даже если их будет у меня миллион, и за каждый интернет я могу... Вот смотрите, у меня есть 10 миллионов долларов. 1 миллион долларов. И я беру и делаю так. На этот 1 миллион долларов я покупаю 250 тысяч интернет-магазинов. Связанных там, ну, все равно с чем. После этого запускаю эти интернет-магазины, ставлю там систему
там Bittrex, делаю колл-центр, где люди будут отвечать, и жду. Скажите, это хорошее для меня вложение или нет? Ответ такой: это самое тупое, что можно сделать в жизни. Почему? Ну так не продают. Причем тут интернет-магазин? Вы знаете, что сейчас интернет-магазины отходят на задний план? Почему? Сейчас тиктоки продают. Вот ютубы продают, тиктоки продают. Сейчас продаю там, где есть эмоция. Вот так я беру бутылочку. Дай мне, сынок, бутылочку какую-нибудь. Сейчас мастер-класс по продажам сделаем. О. Вот дай мне вот тот, селен. Вот, вот пепсин, дай вот этот пепсин. О, пепсин, давай. Вот, нет, вот этот рядом. Да, давай. Держи. Вот, смотрите. Я руководитель компании «Тибетская формула», и я выпускаю препарат пепсин. О, пепсинчик, пепсин, пепсин. Что такое пепсин? Смотрите. У человека очень часто появляются в желудочно-кишечном тракте проблемы. Эти проблемы обычно связаны с тем, что у человека снижается кислотность. Она снижается у человека за счет того, что или увеличивается. Но, как правило, это может быть связано там, с дискинезией желчных протоков. Это может быть связано с неспецифическим язвенным колитом, с неправильными бактериями. Принимали там антибиотики, алкоголь употребляли, там, холециститом болели. Воспален желчный пузырь, дискинезия желчных протоков, панкреатит хронический, просто панкреатит. Там эзофагиальный рефлюкс, заболевание там... гастрит и так далее. Это все приводит к тому, что у человека перестает выделяться пепсин. Он перестает выделяться. Что происходит? Пепсин — это фермент, который выделяется поджелудочной железой и который участвует в усвоении трех минералов нашего организма. Первый — фосфор, второй — натрий и третий — калий. И что это, и к чему это приводит? Смотрите, если вы едите, а у вас с пищей не усваивается калий, то у вас будут в дальнейшем, если не усваивается фосфор, то в дальнейшем у вас появится подагра, появятся проблемы суставов, появятся проблемы с опорно-двигательной системой. Дальше, если нет фосфора и нет пепсина, у вас не будет усваиваться витамин К, который участвует в том, что в механизме восстановления слизистой оболочки и даже в процессе появления нейтрофилов. Далее, натрий и калий. Наши клетки, они, метаболизм наших клеток происходит за счет калиево-натриевого насоса. Два этих минерала нереально важны для всего нашего организма. И сейчас уже доказано, что любое нарушение метаболизма калия и натрия в нашем организме приводит человека к тому, что у него появляется от гуморальных проблем и от нейрогуморальных проблем до проблем центральной нервной деятельности. Плюс одна из гипотез утверждает, что такие заболевания, как гепатит, заболевания такие, как, допустим, цирроз печени и панкреатит в том числе, и герпевирусная инфекция, цитомегала, Эпштейна-Барра, там папиллома и так далее, вирусы гепатита С, Д и Б. Это все считается, является элементом сбоя калиево-натриевого насоса. Также считается, что сам процесс метаболизма за счет калиево-натриевого насоса является процессом выведения молочной кислоты первоотвиноградной аромомасляной в цикле Крепса за счет процесса работы митохондрий с выделением энергии и работы с формированием пироваткиназы. И это все связано с тем, что в клетках накапливаются токсины, молочная кислота, пироват, аромамасляная и пировиноградная. И эти кислоты, в свою очередь, накапливаясь, создают процессы канцерогенности. Если туда добавить еще свободные радикалы, которые могут там находиться, то процесс не отсутствие метаболизма можно связать только с процессами не формирования и не выделения пепсина. Скажите, он вам нужен? Та-да! Смотрите, вас сейчас участвует здесь 5000 человек.
Вот 100% сегодня человек 30 закажет у меня этот препарат. 100%. Вот 100%. Просто вот прямо сейчас уверен. Как я это сделал? Ну, точно так же и вы можете делать. Открыли YouTube, начали проводить трансляцию. После этого это вот этот TikTok сейчас у меня работает, Facebook. Начали проводить трансляцию, и в этой трансляции начинаете говорить, а так ждать чего? Вот я открыл интернет-магазин. Кто должен его увидеть? Кто должен услышать? Как они его найдут? Там 300 миллиардов только там, в вашей стране этих интернет-магазинов. Где они его найдут? Вот пишут, видите, Леся, супер, я бы купила. О, видите, TikTok. Мира, здравствуйте, Андрей Андреевич. Ученица 6, хочу приобрести 7. Какая, в каком месяце придет сумма денег? Успешен для меня будет дропшиппинг? Успешен. Папилломавирус излечим, да. Здравствуйте, купила первую ступень 2018, по техническим не удалось скачать. Как мне можно вас так писало, не отвечали. Пишите на нашем сайте. У нас на сайте есть подтверждение, и мы можем найти. Отвечают там все. Андрей Андреевич, добрый вечер. Внес пожертвование. Можешь задать вопрос. Какой у меня дар предназначения в этой жизни? Предназначение быть богатым. Дар у вас какой? Дар управлять людьми, дар вдохновлять людей, дар психолога, философа, эзотерика даже. Не спешите, Андрей Андреевич, я записываю. Согласен. Я хочу вам сказать, какое обычно предназначение у вашего ребенка, который рождается? Вот у меня родилась, недавно было день рождения моих детей. И я как отец, допустим, смотрите, Бог создал человека. То есть условно можно сказать, Бог отец, а дети его это люди. Дает ли Бог человеку какое-либо предназначение? Давайте я вам отвечу. А вы бы хотели дать какое-либо предназначение вашим детям? Лично я никакого не даю. Я не смотрю на своего ребенка, я не хочу, чтобы она была артисткой, певицей или там еще кем-то. Это плохо закончится. Человек должен сам развиваться, и у него, скорее всего, в этом развитии что-то появится. Дело в том, что иметь предназначение – это ошибиться. Я, когда был маленький, очень любил играть на музыкальных инструментах. Там, на баяне играл, на трубе и так далее. И мне пророчили очень хорошее будущее, потому что очень хорошо получалось. Но с чем это было связано? Я очень дисциплинированный человек, и каждый день 1,5-2 часа я стойко, четко, целеустремленно играл на музыкальных инструментах и за 5 лет научился. Почему? Потому что для того, чтобы хорошо знать язык, для того, чтобы выучить хорошо музыкальный инструмент, надо ежедневно 1-1,5-2 часа только этому уделять. Если это уделять этому, за 5 лет вы будете лучшим. Конец. Понимаете? А там какой... Да чем угодно занимайтесь. Я всегда говорю об Эйнштейне. Эйнштейн был троечником, а потом начал изучать математику в 31 год. Это позволило ему до 52 лет быть дважды Нобелевским лауреатом. Ой, жарко. Славик, открой двери. А все, уже будем закрывать, да? Ну, открой все равно. Марина, Андрей Андреевич, скажите, как можно лечиться от лишая? Берете изюм синий. Разжевываете и вот этой вот штучкой смазываете лишай. Убирается. Уксус еще поможет. Есть хорошее средство такое. Почему-то о нем забыли. Лишай, грибок на ногтях и грибок в ушах легко очень лечится таким дешевейшим и просто самым примитивейшим дешевошным методом и препаратом, который называется хлоргексидин. Вот недооценивают люди данный препарат.
Хлоргексидин обычный. Берете хлоргексидин, уши чешутся, смазываете. Конъюнктивит появился, смажьте. Появился местный лишай, там прозрачный, цветной, сыпь какая-то и так далее. Вот хлоргексидин. Великолепное средство, никаких побочных эффектов, никаких местно великолепно помогает. Очень действует на грибковую инфекцию, на микозы всевозможные. Рекомендую использовать даже при плоскочешуйчатом псориазе, при грибке на ногте, на ногах и так далее. Используйте великолепно. Катерина Логвиненко. Подскажите, у меня получится зарабатывать навыками, связанными с эзотерикой? Получится. Ксения Гамалей живет в Киеве из Мукачева. Добрый день, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, я массажист, хочу попробовать целительство. Получится у меня? Получится. Все нормально. Ну что? Еще раз, пользуясь случаем, хочу всех нас или всех вас пригласить на мой семинар, который будет идти завтра, который называется «Сангая 79, который связан с развитием ясновидения. Пожалуйста, приходите, будет очень интересно. И на этом будем заканчивать. Еще раз большое спасибо, до свидания. Я запустил все-таки бытовую химию. Те люди, которым я обещал работать или начать работать с вами по бытовой химии, это много людей было, я год назад об этом говорил, сейчас эта бытовая химия готова, можете написать мне в Telegram, я могу вам эту бытовую химию уже презентовать и бытовую химию отгрузить и начать с вами более полноценно работать. Я надеюсь, сегодняшний вебинар был интересный. Итак, основные теги, концепция нашего «Я», можно ли с ним как-либо бороться? Как у нас появляются психические отклонения? Можно ли с этим как-то справиться? Эзотерические методы, открытие дорог. Почему они неправильные? Сегодня я дал некий такой метод, как сделать так, чтобы эти дороги открывались, как выпрашивать. Почему аффирмации Луизы Хей не работают и такие системы, как системы самовнушения, могут привести к депрессии. О чем я там сегодня говорил? Какие быстрые методы могут помочь человеку не испытывать состояние зависти? Почему зависть — это плохо, и как мы отталкиваем в нашей жизни события, которые вновь и вновь происходят в нашей жизни? Почему они происходят? Об этом и другом, условно можно сказать, было рассказано на моем семинаре сегодняшнем, который назывался у нас «Счастье и свобода. Эзотерические ритуалы» с Андреем Дуйко. Я рассказал о том, как все-таки построить счастье, как избавиться от психических состояний, как убрать депрессию, эгоизм, панические атаки, страхи, злость. Возможно, это кому-то поможет. Также дал ряд эзотерических практик. Надеюсь, эти практики для вас удобны. Среди них была практика взять портрет, написать год и быстро выйти замуж. Конечно же, эзотерические практики, они почему-то с одними срабатывают, а с другими нет. Я знаю ответ. Дело в том, что это связано с тем, что одни люди не эмоциональные или безэмоциональные, а другие более эмоциональные, более чувственные, более теплые, добрые и так далее. Ну и в завершении мне бы хотелось сказать. Дело в том, что... Да, чуть-чуть не подготовился. Дело в том, что чувств у человека настолько много,
что иногда даже произнесение чувств, которые могут привести человека к тому, чтобы он был счастливым, достаточно для того, чтобы выровнять судьбу. Какие это чувства? Это счастье, любовь, радость, умиротворение, гордость, восхищение, благодарность, уверенность, энтузиазм, интерес, самодостаточность, сострадание, удовлетворение, вдохновение. Вдохновение, игривость, безмятежность, смех, оптимизм, самореализация, восторг, созидание, ощущение свободы, радушие, разнообразие, исполненность, блаженство, доверие, взаимопонимание, осознанность, принятие, ясность мысли, приключения, успех, самоудовлетворение, романтика. Закрывай, они меня переквакают. Легкость, власть, интуиция, творчество, восстановление, ожидание, надежда, благополучие. Ощущение прекрасного, благоденствия, стремление к цели, искусство, решимость, забота, взаимная поддержка, верность, освобождение, самопознание, взаимное доверие, романтическое влечение, исполнение желания, удивление, страсть, искренность, вкусность, исполнение обязанностей, покой, ностальгия, удовлетворение, гармония, великодушие, переживание красоты, осознание возможностей, привязанность, неожиданность, признание, мудрость, созерцание природы, ощущение простоты, призвание, чувство равновесия, бескорыстие, состояние, самопроизвольная радость, погружение и деятельность, искренняя улыбка, гармоничные отношения, радость общения, умиление, нежность, осознание значимости, расслабленности, принадлежности, интерес к новым знаниям, достижения, ощущения в теле приятные, так думаю, соприкосновение с искусством, совершение маленьких побед, полное погружение в музыку, чувство радости от оказания доброты другим, гармония с самим собой, окружающим миром. Даже произнесение вот таких элементов может помочь понять человеку, что же с вами не так. Вот если из вот этих 100 пунктов вы каждый день испытываете 30, быть вам не только богатыми, быть вам счастливыми, радостными, любимыми, предназначенными, реализованными и счастливыми. А если у вас только бурчание, окисление, вредность, горечь, претензии, вредность, там, злость, ненависть, грубость, маты. А что вы хотели, как говорят у нас в Одессе? А что вы хотели? Чтобы что в вашей жизни было? То тогда вам будет таки попа, или что? Тогда вам ничего не светит, вам будет попа в жизни. Да. Да там говорите, что хотите, и Господи, помоги, не поможет. Почему? Нет у вас чувств хороших, не будет хорошей жизни. Есть чувства хорошие, жизнь будет хорошая. Ну все, конец, заканчиваем. Отключаемся. Все, до свидания, еще раз спасибо, подпишитесь, надо как Марк Фейгин говорит, подпишитесь на мой канал, обязательно поставьте лайк и добавьте комментарий, обязательно туда добавьте комментарий, и тогда вы будете молодцы. Еще раз, всем желаю счастья и радости, до свидания.